Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в этом видео мы открываем подарок от одного из моих лучших друзей в этой игре, Чека, с которым мы постоянно общаемся в чате игры, и при этом мы никогда не играем взводом. Куматос, спасибо тебе большое за то, что ты прислал этот подарочек, спасибо тебе большое за то общение, которое у нас с тобой происходит периодически. И, ребят, это лишний раз доказывает, что игра это не есть сама суть, игра это не цель, игра это... Причина нашего общения друг с другом. И, ребят, давайте сделаем так, чтобы наше общение было максимально приятным. Кстати, если вы хотите поддержать канал, но не имеете финансовой возможности, за вас это готов сделать Зёзя. Он пообещал мне по $100 за каждую 1000 своих подписчиков, которые придут от меня по моей рекламе. Поэтому, ребят, заходите на его видео. Пока видео только одно, но Зёзя планирует очень быстро развиваться. И оставляйте под его видосом комментарии, что вы пришли именно от ГСН. Ну и плюс к тому, обязательно сделайте так, как сделал я. Подпишитесь на его канал, ну и, соответственно, сделайте так, чтобы Зёзя мне был должен. Спасибо вам большое за благовременно, за все возможные способы поддержки канала в его развитии и в попытке помочь мне реализовать мою мечту. Ну что, открываем подарок от Куматоза, смотрим, что там. Я потираю ладоши в предчувствии чуда и радости. Ничего себе! Ничего себе! Куматос, ты просто зверюга. Ты зверюга, потому что я не рассчитывал, что у меня будет возможность хотя бы один контейнер, вот этот серебряный, открыть. Это просто неимоверно. Серьезно, я реально не рассчитывал, что у меня будет такой шанс. Спасибо тебе большое за подаренную возможность. Сейчас попробуем чего-то отсюда достать, ну а перед этим, ребят, хочу сказать следующее. У Куматоза сегодня, у дочечки день рождения, ей сегодня 2 годика. Я от чистого сердца желаю ей быть самой красивой девочкой в мире, быть самой счастливой. Ну а главное, чтобы у папы всегда была возможность находиться рядом с ней. Я думаю, что она от этого будет самым счастливым ребенком в мире, вне зависимости от того, в каком возрасте она в этот момент будет находиться. Куматозик, я тебя обнимаю, жму тебе руку, ну и желаю твоей дочурке всегда радовать тебя всем, чем только можно. Ну что, открываем? Открываем, ребят, открываем коробку, да, вот эту открываем, и здесь достаем 5 дискошаров, 750 голды и 5 колпаков. Но неплохо, неплохо, 750 голды — это действительно очень круто. Не хватает целых 9 ключей собрать, вот этих вот талисманов, вот, чтобы получить фиолетовый ключ. Ну, короче говоря, 5 дискошаров — это, конечно, практически ни о чем. Многие, кстати, писали мне по поводу того, что открыли достаточное количество, по-моему, там 10 коробок, 12 коробок пооткрывали вот этих серебристых и не смогли собрать даже на одну из этих машин. Ну, вот такой вот парадокс, не парадокс, но такие шансы выпадения, по крайней мере, по мнению и по отсылке с тех комментариев, которые мне прилетают. Спасибо большое, Куматозик, еще раз за подарок. Тебя с праздничком, дочурку целую от дяди ГСН, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.